Так, ребят, давай, рассаживайся. Да. Картинка есть? Картинка хорошая, Яковлевич. Хорошая картинка. Посылку видим. Толя, давай, начинай. Так, ребят, мы предоставляем слово заместителю генерального директора Российского космического агентства Остроумову Борису Дмитриевичу. Климов, Глазков и многие другие твои друзья. Но они уехали, потому что сегодня они отмечают день рождения твоей дочки. Правда, с некоторым, как говорится, уже. Особые мои пожелания, конечно, французскому и американским астронавтам. Потому что вы представляете, сколько вас сейчас? 4 больших государства на орбите. На вас смотрит весь мир. От души желаю вам всего хорошего и до скорой встречи, вернее, в намеченный срок, до встречи на родной земле с каждым по отдельности, потому как у вас разное расписание. Дороги вам, полковник, вас поздравляют, вас поддерживают они здесь. На землю, кто должен остаться работать, чтобы работа была удачной. Талгат, тебе и твоему экипажу счастливой работы. Спасибо. До скорой встречи. Спасибо.